Короче, друзья, как у вас дела с бафиком зимой? У меня без электрического подогрева даже минус 3 не заводится. Понимаете? Не то, что минус 5, 10 или минус 20. Вот. Вот он у меня включенный. Он греется. 3-киловаттный. Со своим насосом. Вот. А этот труба у меня был с теплостара. Помните, с того видео я его начал разбирать, запчасть пришел, что-то руки не доходит. Ну, как у меня времени нет, как всегда. Вот он там. Все. Это у меня просто я включил чисто для поддержания аккумулятора фен. Там, кстати, вот массажер, жопогрелка, спиногрелка купил, я его сюда ставлю. Вот. Сейчас согреется и потом заведем. Вот, потом заведем, выкрутим вот этот снег. Сейчас на панели загорится спираль. Вот. Сейчас она погасла. Эта спираль, как все думают, не свеча накаливания. Многие думают, что это свеча накаливания. Но это не свеча накаливания. Это спираль для обогрева воздуха, который идет, чтобы завести двигатель. Сейчас попробуем. Сцепление выжимаем. Так. А, что тут у нас по двигателю? Температура двигателя только что было 23, уже 0. Ждем еще. Так, вторая попытка. Опа! Кайф, да? То чувство, когда машина завелась. Так, сейчас вот согрелся машина, сейчас пойду развернусь, заеду обратно и вот сюда выгружу снег с самосвалом. Будет испытание самосвала. Так, сейчас сюда будем выгружать вот этот вот снег, видите, его много.